Программа капитального ремонта в Тюменской области идет с опережением графика. Прежде всего это касается замены лифтов. Добавлю, в программу капремонта включены больше 7 тысяч домов по всему региону. Только в прошлом году специалисты заменили 127 лифтов в 44 домах. На это потратили больше 200 миллионов рублей. В этом году темпы сбавлять не планируют. Программа по замене лифтов будет продолжена и в текущем году. Запланировано ремонт в 44 многоквартирных домах, 96 лифтов. То есть все выполняется полностью. И необходимо отметить, что в Тюменской области замена изношенного лифтового оборудования производится в сроки. Мы, скажем так, впереди по территории Российской Федерации, выполняем все планы всегда. Добавлю, что лифты, которые устанавливают в тюменских многоэтажках белорусского производства, такое оборудование, по словам специалистов, служит около 25 лет. Ну, это уже совсем другая модель лифта, то есть это уже электронные полностью лифты. Они снабжены датчиками грузовзвеса и светодиодным освещением, частотными преобразователями главного привода и привода дверей кабины. То есть это плавность хода, это бесшумность непосредственно и датчики фотозавесы. То есть не надо будет уже, как вот мы привыкли, ногу, руку подставлять в проем дверей, то есть датчик уже будет, сенсор в виде человека. Напомню, что программа капремонта многоквартирников в регионе действует с мая 2015-го. На начало этого года на работы было потрачено 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиарда – это поддержка от областного правительства. Все остальное – взносы собственников жилья. Сейчас в регионе реализуется краткосрочный план капремонтов, рассчитанный с 2021 до конца 2023 года. На ремонт общего имущества жителей уйдет более 2 миллиардов 200 миллионов рублей.